Слушай, ты извини, что я так рад. Что ты? Думал, тебя не застану, а? Ой, красавец ты мой, красавец приехал. Явился, дружище. Чудо сибирское. Тихо ты, супругу разбудишь. Я говорю, супругу разбудишь. Все. Никакую супругу уже не разбудишь. А что такое? Уехала с сыном по туристической путевке. Пусти, пусти. Слушай, ты извини, это самое. Тут говорят, у вас в городе витаминов нет. Вот жена наготовила. Да, облепиху вот я настоял. Знаешь, перед обедом. Пойдет и пироги облепиха. Ты как? Да ничего, как писал, работаю инженером в совхозе. Да, слушай, да, дом выделили, бревна вот такие. Живу там с дочками двумя. Дочек тоже выделили. Ну, шучу, шучу. Ладно, за твой приезд, а? Ты же знаешь, я не пью. Ну, ерунда, чуть-чуть. Джин. Чего? Приятный напиток моего производства. А? Ага. Создадим приятную атмосферу. Ты давай располагайся. Слушай, Лондон, английский. Ага. Никогда не пью. Попробуй. Откуда? А я сейчас быстро съезжу на работу, у меня там всего одна лекция, и вернусь с друзьями, как следует отметим. Ага. Ну, я немножечко попробую. А вот мне нельзя. А чё, чё, почему нельзя? Давай выпьем. Жигули у подъезда видел? Теща помогла, а я ей вечную любовь. Давай. Давай. Самое лучшее после поездки – хороший душ. Пойдем, Иван. Ну как? Слушай, как наш самогон. Ну, пойдем. Проходи. Горячее, холодное, не забыл, где что крутить. Бадусан, хвойный экстракт. Узнавай плоды цивилизации. А. Пойди переоденься, возьми пижаму. Я скоро, давай. Боже! Пойдем в ванну. Ля-ви. Им все права. Разъездились, каскадеры липовые. Что ж ты? Здравствуйте, Марья Васильевна. Что ж вы так неосторожно, а? Не бережете себя. Служебные машины нужно пропускать. Всего доброго. Приходите в гости. Если она так будет возить моего шефа, скоро его место освободится. Падал снег, плыл рассвет, осень моросит. Столько лет, где
где тебя носила. Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришло без былоз, и не жди ответа. Без тебя как жилось, не на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била. Лишь бы все, это все не напрасно было. Ух, как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Нёс я где-то за моря, знаю, это было не зря. Здравствуйте, дома никого нет, до свидания. Не напрасно было. Ух, как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало. Только лет я спорил с тобой, ради этой встречи с тобой. Я все где-то за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Он и пульсирует! Срочно вызывать аварийную! Затопило квартиру! Ну, как он там? Ой, не могу. В шляпе, в красном галстуке. Красавец. Дом выделили. Две дочки растут. Осторожно, поворот со стрелкой. Все вижу, все ощущаю. Осторожно, аварийная. Шутить изволит. Ничего, успеют свою канализацию почистить. Внимание, водители, внимание всем! Всем, 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 всем остановиться, приедь право! Пропустить автомобиль горит! Здравствуйте, инспектор дорожно-патрульной службы Смирнов. Ваше удостоверение. Ну как так? За что? Я же для него помеха справа. Так ведь он уступить должен был. Плохо знаете правила, товарищ водитель. Вы не пропустили автомобиль с включенным проблесковым маячком. Специальную машину. Это специальная водовозка? Ей все права? Эти права являются еще и обязанностью. Они обязаны быть там, где случилась беда, где они нужны людям. Диспетчер, я Каштан 3. Срочно высылайте другую бригаду. У меня столкновение. Оформление документов. Адрес улицы Строителей, 18, квартира 56. А вам могу сказать единственное. Хорошо, что при аварии не пострадали люди. Какие люди? Где? Повторяю, Строителей, 18, квартира 56. Мой адрес. Так чего ж ты стоишь? Если б не ты, давно бы были там. Ой. В центре города на площадке 9-го этажа стоял взрослый человек с высшим образованием, абсолютно голый. Илья Ильф, Евгений Петров. Эта история повторилась.